Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Ultimate General American Revolution на максимальной сложности в режиме Iron Man за американцев. В конце прошлой серии взяли форт, побежали командорам посмотреть, сколько в Сальме, и я там размышлял на тему того, что не даст вот эта армия нам спокойно забрать Сальм, поэтому делать этого мы не будем. А сейчас мы пытаемся опять подхватить припасики, отвести свои войска в центр, ну и, может быть, удастся сейчас сагрить вот этих дебилов где-нибудь здесь, напасть на них своими силами и уничтожить. Но не факт, конечно, что они настолько бестолочи. Я думаю, что вряд ли. Проверить надо производство, потому что, да, потому что, когда игра крашнулась, она... А, она еще даже и не заработала. Ладно, вот так делаем. Сейчас, как только появится, так сразу и появится. Включаем тогда время. И побежали. Значит, вот этих отманить бы там... Захват идет. Они не хотят отманить. Сейчас попробуем сюда, может их... Ага, идут. Становится понятно, плюс 10% генеральской скорости. То есть можно вот так просто бегать, его никто не догонит никогда. А он всех догонит. Подкрепление едет. Не хочет. Ну не хочет, не хочет. Ладно, не буду я заниматься этой ерундой. Проекты 6 дней, 20 специалистов. Специалистов 15. Нам нужны специалисты, чтобы набирать новые войска. Но у нас... А, 8 из 7. Значит, можем набрать. Здесь надо определиться, где. 17, 193 в Хартфорде нормально. В Хартфорде больше и нигде. А, идем тогда в Хартфорд. Не хватает пушки. Пушки мы уже производим. А, 8 из 7, не 7 из 8. Неправильно я прочитал, не в ту сторону. Поэтому новых мы не делаем. Заходим в гарнизон. А сюда бы я поставил бы на самом деле маленький какой-нибудь. Маленький гарнизон. Остальных бы людей увел. Эти все никак не наберутся. Селенок. Но в этот раз они хотя бы держатся. Даже, наверное, хотя ладно, пусть сюда идут. Эти соберутся с силами. Хорошо. Значит, сейчас у нас задача сделать корабль. Даже не сделать, а в прошлый раз мы его захватывали как-то. В Ньюпорте. Сейчас почему-то не захватывается. И отправить его вон туда, чтобы он топил этих паразитов, которые все едут и едут. Потому что он еще 720. Кстати, построили домик для рекрутов. Пойдем посмотрим, сколько в Мидлбурге. Еще 1800. Ну, тут мы не пробьемся уже. В Бостоне тем более не пробьемся. И он пошел укреплять Салем. Угу. Все понятно. А, пойдем посмотрим стройку. Здание в очереди. Тут 12 дней еще. Это не открылась штука, которая позволяет выбирать приоритеты. Ладно, пусть командующий стоит тогда в серединке и подсматривать за всеми. 1800. Ну, 1800 мы не пробьем никак. Если только всех собрать. Но я не хочу оставлять без прикрытия все наши городки. Не хватает ресурсов. Но можно построить на деньги. Давай стройку запустим на деньги. Пошаримся, посмотрим, что там плавает. Может, кстати, пробежать, чтобы обновились данные. Может, дым пропадет. Мы вроде там уже давно не воюем. А дымит, как будто все еще воюем.
Нет, все равно. Потому что еще не доремонтировали, еще 2 дня. Еще 1800 везут. Да вы офигели. Но максимально быстро я сделал все, что мог. То есть максимум еще можно было бы 400, 1400, 2400. Вот это еще максимум можно было забрать. Но один фикс, только сколько он подвозит сюда. Все это долго удержать потом не получится. Кстати, построить инфраструктуру. Ставим в очередь инфраструктуру. Все, кораблик делается. Это все делается. Тут все на выставлено на максимум. Там бойцы набрались. Ну, кстати, из форта можно будет перебросить сюда. Чтобы они не ушли. Вон туда потом. Тихорца. Тысяча, 1800. 2700. Всеми вот этими силами можно ударить. А, ну вон, 1800 уже приехало. Ничего не получится уже. Но в любом случае, чуть быстрее бы даже, если мы вот это забрали. А все равно бы вот это 1800 приехало, потом трындец. Трындец. Мне так кажется. Хотя, может, это единственный способ выиграть, просто быстро захватить вот тут оставить один Бостон, он будет приезжать в Бостон, вылазить оттуда. А, ну, кстати, пошел в атаку на нас. Так, он пошел на Провиденс, да? 700. 700 пошло на Провиденс. А, давай, парниша, на помощь. У нас там, конечно, 900. Но это немного. Забыл эту штучку поставить. Все, теперь нормально. Отходит. Так, а эти туда поломились, в ту сторону. Прикол в том, что технологии закрыты, мы не можем даже. У нас есть и новобранцы еще есть. Кое-где. И офицеры еще есть. И деньги еще есть. Но мы не можем нанимать себе войска, а он может. Ладно, ускоряем все это дело. Все, стой здесь. Побежишь куда-нибудь. О, дали нам бойцов. Где? Я думаю, север надо усилить. Вот, как пройдет. Вот этих 500 тогда и отправим. Вон туда. Давай вот так, только чтобы не зацепиться ни за что. Посмотрим. Проводим их в темпе. Чтобы на них никто не напал. Квартирмейстер. А, теперь мы можем... Ураш. Ладно, берем пока ускорение исследований. Никаких исследований ни разу не посмотрел по-нормальному. Бараки увеличить. Улучшить бараки можно. Давай улучшим бараки. Хотя давай лучше возьмем специалистов. Специалистов и школу надо построить. И тут все еще в очереди на стройку. О, вот, кстати, появилась эта штука. Здесь строительство, Providence, рекруты, порт,
пор до сих пор жив. Пропаганда. Не знаю, там пропаганда. Провизии рекруты. Давай, рекруты. Как бы тебя бы усилить бы. А, ну пока вообще стройка. Тоже висит. Так, с загоним в город. Че он тут стоит? Толпиться тут. В полях толку нет. Нам нужно вот здесь пробежаться. Может, и порт удержим еще. Так, начинается стрельба. Где? Так, а вон, кстати. Кстати, вон там начинается стрельба. Пошли смотреть. Пенсильвания. А, стойте, где это? Где эти бойцы? Опять там. Беспушечные. Давайте беспушечные. Так, вам давайте дадим пушку. Нет, пушек. Не дадим. Че так долго пушки производятся? Потому что кончилось. Понятно, медь кончилась. Производим амуницию тогда. Так, ведем вот пока сюда его. Сколько вот здесь? Непонятно. Но в любом случае, вот этих можно вытащить. Отправить на помощь. И вот этих отправить на помощь. Держитесь, бойцы. Еще ближе чуть-чуть подойди. Я не хочу впрягаться в битву. Тут посмотреть сколько. Тысяча. Тысяча. Так, ну ладно. Тысяча, так тысяча. Эти идут. Эти идут. Блин, быстро их косят как-то. Давай своими силами попробуем побиться против тысячи. Раньше он как-то держался же. Нету нифига тут. Негде тут держаться. Но потянем время. Будем ждать подкрепления. Да, этих уже перебили. Так. Они на горе. Не на горе. Ну вот какой-то лесок. И туда. И сюда. Ладно, уматываем. Туда припрячем. Все, побежали. Попробуем сейчас встать на позиции поудобнее. Подстреливаться какое-то время. Потому что прямо на стратегической карте видно, как убывают наши парни. Вот эти. А мне не хочется, чтобы они так быстро убывали. Мне хочется, чтобы подошли и те наши тысяча. А тогда тысячу на тысячу мы еще поспорим с ними. Чуть не видать никого. Чуть сбоку нарисуются. С такой скоростью убежал, что ли, что они нас даже не догнали. Что за нафиг?
Не, ну, время-то идет, а время на нашей стороне. Если он, конечно, там на стратегической карте тоже не тащит сюда резервы, которые я сейчас не вижу, то тогда как бы наши подойдут. У них приказ идти прямо сюда. Сейчас подойду прямо из леса, залп и трандец командиру, и компания проиграна. Так, вон они, идут уже, поэтому валим. Надо их увести вот сюда только. Эй, придурки, я тут. Обнаружен, все. Давайте. Не идут не туда. Они идут вон туда, туда не надо идти. Этот чел должен был в углу сидеть. Нет, они прям целенаправленно лезут. Пушка, а ты не хочешь начать стрелять в кого-нибудь, например? Вон туда, например, начать стрелять. Резче, резче. Попало. Смотри, попало, одного убило. Молодец. Так, ты готов тут? Готов, пушка, давай огонь. Ну ты крутишься-то, японская пушка. Сейчас в упор Артур изнесут нам. Есть. Четверых, молодец. Уже что-то. Не те, конечно, цифры, как в гражданской войне были, когда пушка умудрялся по 2000 настрелять одна. Куда ты? Стреляй вот сюда. Хорош крутиться-то. Ты что, не дотягиваешься? Ближе подходи тогда. Бум. Бегут, бегут. Стреляй, стреляй в кого можешь. Ну, в рукопашную, ясен фиг их. Их больше, чем нас. Естественно, они. Давай залп еще хотя бы один. Не успеет. Ничего не вышло. Ничего не вышло, потому что их много, они пошли сразу в рукопашную. Так, выходим. 37, ну хотя бы 37 прибили. Интересно, помогло ли дойти нашим. А они где стояли, там и стояли. Вот отстой. Плюс 20 к скорости. Плюс 10 к экспе. Давай будем делать опытную армию. Так. Бежим. Нифига мы не успеем сейчас, походу. Да. Нифига мы не успели. Ладно. Достроили в Ньюпорте. Там отремонтировали. Там что-то достроили. Идти сюда, идти сюда. Так, ну порт мы потеряли бы раньше. Он еще долго простоял. Там 1000. У нас сейчас меньше 1000. Ну, 1450 подтянуть, попытаться отбить порт. 1800. Пойдемте все в форт. Эти здесь пока. Восстановим силы свои. Да, 1000 там осталось. Мы как раз сейчас полтораху наберем. Попробуем выбить его. Но надо переждать. 1000, 1200. Куда он там из 350 повел свои?
Захватите Бостон. Да, конечно. Все, этих запихали. 3200, офигеть. Так, там кто-то побежал. Ну, вряд ли там эти 350 сейчас нападут либо сюда, либо сюда. Вот здесь нам нужно добавить... А, пушечку разнесли. Да, новой, наверное, нету. Да, новой пушечки нету. Берем ополченцев тогда хотя бы. Где видней до специалистов? А, 21. 21 юнита можно делать, если хватит офицеров и денег. А где у нас есть... Нигде у нас нет. А, нет, вот же. Вот тут у нас есть рекруты. Значит, здесь и сделаем сейчас. А, нет, офицеров. Так, офицеры. Хороший офицер. Через 9 дней у нас будет хороший офицер. Эту закроем очками, эту уже дотянемся. Я еще набирать. Давай закроем сразу ее. Опа, крадутся. Угу, так просто вышли. И еще 1800 привезли. Офигеть. А, берем офицеров теперь. И берем их сразу тоже за 12 очков. Для того, чтобы... сразу начать формировать здесь новое подразделение, потому что столько, сколько он привозит. Просто жесть. А, вероятно, порт уже не взять. Потому что 1500 мы тут собрали для удара. А если сейчас 1800, туда встанет 1300, 4400 и там еще 3200. Да, он пошел порт усиливать. Жалко, жалко, ну, о, без порта. Теперь без порта. Есть. Создаем. Так, давай артиллерию. И создаем юнита. Хороший офицер. Хороший офицер будет командовать ополчением, потому что нифига больше нет. Есть, создали. Я думаю, что вот эта сейчас толпа ломанется к нам в форт туда. Вот эти 360 бы подцепить бы. И разнести. Стройка на очереди. Здесь. Кстати, можно вот здесь сделать тоже что-нибудь для денег. Сотка дохода лишней не будет. А здесь рекрутов попробуем успеть построить. Не хватает мушкетов. Ух ты ж, ё-моё. Как же так-то? Совсем мушкеты кончились. Ну, делаем тогда мушкеты. В Хартфорте построить надо домик для рекрутов.
за 50 дней, мы не успеем этот квест закрыть. Капитолий готов. 8 дней. Может, успеем еще. 30 мушкетов в день мы производим. Сколько же вам не хватает, ребята? 100, 120. Пошли подсмотрим, что там у них. Никто ли не крадется? Ой, ну офигеть, вы придумали. Захватите Мидлбург. Если не захватите, минус 5 звездочек. Супер вы придумали. Сколько там? 1003. Пошли посмотрим на Мидлбург. Я подозреваю, что там 3500. Три с половиной. Ну ладно, снимем 500 отсюда. Еще везут подкрепление. 500 отсюда, 500 отсюда. 1000. И вот этих всех 2800. 2800. Да и все. Больше-то и нету. Как мы захватим? Никак мы не захватим. В Бостон больше 5000 не влазит по ходу дела. Поэтому он начинает размазывать их. Когда эти заполнятся, он полезет за следующим городом. Потому что и раньше полезет. Тут чего не хватает? Мушкетов и пушек. Да, с мушкетами какая-то вышла оказия. Ну, еще привез. Не хватает их совсем. Второй континентальный конгресс. Да, дайте мне 400 мушкетов. Сейчас может хватит мушкетов. Кому-нибудь-то точно. Сейчас посмотрим, какие мушкеты нам дали. 400 мушкетов обычных дали. Ладно, вот этих. Вот это какая звезда? Тут одна. Тут две. Но он рукопашник. Ну давай, ладно. Давай так. Нет, 5000 не максимум, вон 5680 у него уже. Я реально не знаю, что сейчас делать, потому что везде у него дофига войск. Даже вон выбегает посмотреть 700. То есть атаковать никуда мы не можем. Все, в Салим пойдем, вот эти выйдут. Там... Там тоже, мне кажется, дофига. Но сейчас подойдем, посмотрим. Если атаковать со своими силами мы не можем, больше сил сделать тоже не из чего. Есть еще, конечно, слоты, но нету. 1500 там и рядом еще стоят. То есть туда тоже нельзя идти атаковать. Хартфорде 300 у нас есть новобранцев. 500 новобранцев у нас есть. Но у нас, наверное, сейчас нет для них уже стволов. Да, у нас всего 200. Хоть мы и пытаемся производить вовсю. Хз, хз. В целом, конечно, ситуация лучше, чем во всех предыдущих кампаниях. Раз, два, три, четыре, пять точек на карте мы держим. Но
это до первой атаки, потому что любая из вот этих фиговин, которая двинется на нас, снесет нам и там, и тут, и тут. Можно будет скучковаться где-то в одном месте, чтобы одну только армию остановить. Всех остальных мы не остановим. Поэтому... Не знаю, как дальше. И не знаю, на какой этот самый карта увеличивается, на какое действие. Несколько раз уже видел, что она становится больше. Но что именно ее делает больше, я не знаю. Ну, сейчас, может, кораблик сделаем, попытаемся там где-нибудь перехватывать его транспорты. Давай, крадись к нам. Сюда крадись. Вот здесь. Ну чё ты, куда ты? Не зацепиться бы в битву какую-нибудь. О, квест на производство мушкетов. Мушкет мы и так производим. Не хочет. Не хочет агриться. Не обманешь. Меди нет. У нас нет меди. А, ну тут нигде нет меди. Чтобы делать пушки. Пушек, 28. Ну, на самом деле, наш 12-пушечный каранг, 350, тоже же особо ничего не сделает. Так что здесь тоже фиг его знает. Ладно, продолжим в следующей серии. Если нравится игра, если нравится мое прохождение, пятое уже, подписывайся на канал, нажимай колокольчик, пиши комментарий, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока!